Ну что ж, как вы помните, в прошлой серии я решил отправиться на Молосе, и сегодня я это сделаю. Давайте попробуем. Выход. Так. Загружаемся, нам показывают молот со всех сторон, как он выглядит и так далее и тому подобное. Commander, you need to find Vulcan and Prometheus stations and override the lockdown from each facility. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Ну, в общем, вы суть поняли. Итак, как вы видите, нам показывают, в какую сторону нам как бы двигаться. То есть вот там находится станция Вулкан, вот там находится вторая станция, насколько я помню. И первым мы, скорее всего, пойдем на Вулкан все же. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Возможно, органическая жизнь, да? Окей. Ладно, будем более аккуратны в передвижении, ну, насколько это возможно, конечно. Так, насколько я помню, мы можем, да, немножечко летать и даже ускоряться, если что. А можем летать и ускоряться вместе в багажнике. И правда ли это весело, на самом деле? Так. Что-то пошло не так. Я не помню, чтобы эти туретки настолько жестко стреляли. Так. Давайте просто загружаемся и пробуем быстро туда долететь. Такие вот снарядики мы можем выпускать. Ну ладно. Так, давайте. Храниться здесь не получится, к сожалению. Scans indicate VI infection is present in nearby turrets. Угу. Придется издалека их убирать, дабы не умереть самую малость. Так, отлично. А я не помню, кстати, как выходить из Так, простите, но это надо сделать. Устройство ввода. Нет, не то. Графика назначения клавиш ввода. Так. Общие, боевые, управление транспортом, идти в шаг влево, так, стрелять, так, прыгнуть, остановить мину, правая кнопка мыши, покинуть систему. Мы не можем разве покидать транспорт в этой части? Видимо. Видимо, нет. А что вот это за штука? Ага. An emergency server's data packet has been recovered.
It contains information on Project Overlord that other research cells need to review. Be alert for more packets in the area. 5 more remain. Вот. Собственно, нам нужно теперь собрать, помимо, ну, основного задания, да, то есть нам нужно собрать вот таких вот энное количество пакетов. С помощью того, что мы их соберем, мы получим... Ага. Турельки обнаружены, нужно их аккуратно снять. Ну, естественно, не попасться самим под эти турельки. Ну, или попасться, но очень аккуратно. Так, эту мы уничтожили, осталось уничтожить вот эту. И забрать там, собственно, пакетик. О, круто. Так, замечательно. Установили хпшечку. Но нам успели не дамажить, конечно. Вот еще один пакетик. Another Cerberus data packet has been recovered. 4 more remain. Так, хорошо. Ой, где-то здесь есть еще некоторые пакетики. Осталось их просто найти. По-моему, вот там вот есть. Благо, мы можем передвигаться как по воде, так и по чему угодно. У нас все-таки играли подушка. Это здесь никого вообще нету. Another Cerberus data packet has been recovered. 3 more remain. Замечательно. Еще 3 осталось. Сейчас мы их найдем. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Так. Интересно, а органическую жизнь можно как-то? Analysis. Defenseless herbivores are no match for guided missiles. Круто. Похоже на... Даже не знаю на кого. Ладно. Так. Давайте попробуем более аккуратненько проехать и найти здесь что-то интересное. Это корабль, соответственно, гетов. Нужно на него будет попасть. Насколько мне не изменяет память. Хм. И берем с собой, как обычно, наших ребят. Поехали. Да. Естественно, принять. Оружие отряда, в принципе, я всем доволен. Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. It's likely the VI has activated the defense shields to keep you out. Good luck. Ничего, короче, хорошего здесь нету, ребят. Это могу поспорить. Так, насколько я помню, они вроде бы долетают до нужного места. Да ладно. Scanning area. Analysis. Generators are providing power for main shield. Ага. Infection has assumed control of the Geth cannon. Warning, we are being targeted. Ух, как красиво. Warning, Geth cannon is locking on our location. Ага, я понял. Но лучше, чтобы геты нам помогали.
Потому что так уничтожать щит очень долго, на самом деле. А так геты нам помогут. И такие типа, ой. Ой-ой-ой. Агит какая. Агит сами себя убивает немножко. Так. Надо пошустрее вот эту штуку добыть. Тихоп. Тут платинка. Так. Отлично. Орудие гетов. Просто нафиг его уничтожаем, да и все. Ничего сложного. Вообще изи. Агась, теперь-то спокоен доступ. Так. Молот мы можем покинуть только в определенных местах. Очищенная платина. Открыть дверь, ну вообще сохраниться надо бы. По-хорошему, ну почему-то нам не дают это сделать. Здесь хоть дадут сохраниться. Знаете, мне вот этот чувак в яйце вот вообще никак не улыбается. Нет, это означает, что им просто нужно еще несколько гетов для экспериментов. Ни больше, как говорится, ни меньше. Ладно. Этот чувак в щите еще мне доставит неприятностей. Эта станция будет поопасней. Так. Тебя что-то не устраивает? Я не понимаю. Смотрите, кстати, он за нами следит. Даже голову поворачивает. Ну, на экранчике, на маленьком, имею в виду. Так. Давайте бежим дальше. Он очень не хочет, чтобы мы шли дальше. Прям совсем-совсем не хочет. Хороший чувак. Так. Ну, как мы можем видеть, там есть и мертвые геты. Ну, и не только геты. Ага. Трофеи забраны нами. Так, надо быть аккуратными. Вы что-то постоянно бормочет. Веселый чувак. Определенно веселый. Мы все глубже спускаемся в логово гетов. И мне это ни хрена не нравится. Так. Здесь ничего. Нам как бы туда. Поэтому можем здесь спокойно бродить. Изучать, смотреть. Ага. Туда нам никак не попасть, да? Я понял. Так, журнал следователя давайте послушаем тогда. Ну а нифиг было, извините меня, его пытаться как-то... Ай. Пытаться как-то... Не знаю, ну, поработить ВИИ, то есть сделать его своим рабом.
Все-таки это, наверное, неправильно. Ну, мне так кажется. Так, еще один. Прям умный, я смотрю. Впрочем, интеллект и должен быть умным. Да ладно. Так, здесь вроде больше ничего нет. Он сам мне двери открывает, так что... Почему бы не походить? Ненавижу такую музыку. Так, ладно. Так. А я не помню, кстати. Цель находится в конце тупика. А, мне же нужно, по-моему, сделать так, чтобы... Ну да, то есть... Немножко неправильно сделал. Так, этот хорошо. Этот сюда. И, по-моему, вот так. Вот. Да. Теперь можем сохраниться. Хотя, чтобы взять вот ту хрень и прослушать вот ту хрень, нужно передвинуть главный. Центральный вот этот мост. Так, центральный и вот этот. Здесь же ничего нет, правильно? Да, там ничего нет, только вот сюда нам нужно. Потом передвинемся обратно. Забрать... Элементы питания, они нам понадобятся, и получить доступ. 600 трофеев кредитных собрано. Замечательно. Так. Теперь можем переместить и эту штуку, и эту штуку. И оставить все как есть, сохранившись. Замечательно. Ну, он нас привел туда, куда как бы нам надо. Здесь сломать ничего не получится. Так. Здесь не очень много кредитов, я смотрю. А вот эта штука... Так, здесь... Вот эта штука... Потом вот эта штука. Отлично. Сохраняемся на всякий случай. This was too easy. Come on, let's move. Что-то как-то они их быстро уничтожили, нет? Hostile guest activity detected. Armed response is authorized. И почему всегда геты? Ничего хорошего. Так. Пошли в задницу, ребят.
Так, насколько я помню, единственный плюс этой миссии, ну вот, именно этой станции грёбаной, наполненной гетами до одного места, есть очень большой плюс все же здесь, в том, что, насколько мне не изменяет память, так, нас здесь немножко перекрыли, так вот, насколько мне не изменяет память, здесь не будет праймов и прочих, кроме последнего прайма, который как раз... Хранится. Нет, будет все-таки, да? Где-то охотник меня чуть сейчас не угробил, кстати говоря. Более того, он мог не только меня угробить, но и довольно много неприятностей достать, на самом деле. Как хорошо прилетело-то. Ты куда вылез-то, морда? Так. Остановить его надо. Отлично. Где последние? Оба-два. Замечательно. Блин, охотник, кстати, был реально опасен. Я думал, что он меня угрохает к фигам. Так, сохраниться здесь не получится, потому что есть где-то близкое присутствие гетов. Это ни хрена не круто. Ну и да, он мне теперь будет гонять через одно место по всей карте этой. То есть мне нельзя теперь пройти, как я проходил сюда изначально. Так, а как мы, кстати, ухайдокали тогда так быстро этого? Ты возьми вот это оружие, ты вот это. Отлично. Но главное этого хищника как бы вынести. Охренеть. Так, давайте-ка. Ты, фигакните по нему, пожалуйста. Я сейчас попробую подойти поближе к нему. Замешательно. Вылезай, сволота. Грёбаный разрушитель. Да вы, ребята, мне немножко мешаете, это нифига не помогает. Замечательно. Так, этот корабль ныне находится в карантине. На самом деле, это ни хрена не замечательно. И здесь, по-моему, больше ничего нет, да? Вот и чё. Патрончики. Здесь есть патрончики. Ух. Так, а вот там нет ничего случая. Нет, просто если здесь как бы есть патрончики, мне бы... Мне бы они очень пригодились, мягко говоря. Так, ясно, понятно. Тут сраный охотник. And stay down. Там и оставайся, да. Ёбаный охотник. Откуда их там столько? Все. Успокоились, ребята. Надеюсь, что успокоились. Как он прикольно завис. Так. Ну, хотя да, здесь всего один выход. Сохраняемся на всякий случай. Warning. Guest room
Headed for combat. Так. Этого охотника. Прибить к фигам. Самую малость. Чтоб не раздражал меня. Одного. Замечательно. По его железной морде. Never saw me coming. Так. Here, enjoy. Ракетчик. I love this rifle. А, кто ее не любит, чувак? Кто ее не любит? Там потрошки взяли. Взяли, замечательно. Еще потрошки, замечательно. Еще потрошки, замечательно. Больше потрошков нет. Это хреновенько. Черт, на один патрон меньше заработал. Так, сохраняемся. И скоро нас ждет жопа. И знаете, в чем жопа? Вот в этом сраном прайме. Потому что, мать его, прайм — это прайм, это проблема. И от него ведь собака никак не спрячешься нормально. Сначала с этими ребятами разобраться, а потом с Праймом. Иначе Прайм меня укокошит. Ну или с Праймом потом с ребятами. Как бы как получится. Грёбаный гетохо, воу. Гетохотник. This should slow him down. Так, отходим немножко назад. Incoming. Так. Отлично. Ну давай. No shields. Ow. Вот это было близко. Next. Вот это было реально близко. Я сейчас мог так хорошо помереть. Где-то здесь еще есть гетто. Главное, мы завалили Прайма. Это больше из проблем, уж поверьте. Здесь что-то можно было... А, все-таки на дверь показывали, да? Ох. То, что мы завалили Прайма, это очень круто. Не завали мы его, у нас были бы большие проблемы. Но здесь ничего нет, выходим со станции, собственно, и радуемся жизни. Мы вроде бы прошли. Ну что ж, на этом, собственно, я думаю, стоит закончить ту серию, поэтому... Ну, давайте, в общем-то, там и закончим. Итак, итоги задания. Получены подтверждающая команда со станции Прометей, получено 250 опыта, получено кредитов от сервера, получено платины и закрыть отчет. Собственно,
Я думаю, что это хорошая миссия, но довольно жестковатая по отношению к тому, что тут есть куча убергетов. Я вспоминал раньше, по-моему, их столько не было. Но тут их много. Тут их реально много. Что ж, дорогие друзья, мы вернулись обратно туда, где мы можем найти дополнительные отчеты от Цербера. Commander, that was a daring piece of work. Prometheus Station was a success. You still need to go to Vulcan Station and override the lockdown from there. Good luck. Вот, и мы должны теперь на станцию Вулкан переместиться. Но это будет уже, как я сказал, в следующей серии. Ну а на сегодня всем спасибо и удачи. Пока-пока, друзья мои.